Где Марат? Он заходил, узнал, что у нас склад, и не захотел. Похоже на предательство. Подходим. Здесь я педика уже не вижу. А, ты его гранату убил. Нет, тут он дорогу перебегал. Убил? Окей. А, машинка едет по дороге. Перед тобой 340. Магазин. Ты убил его. Наши патроны сгружать в свою машину, я подошел, сказал, нахуй он по своим, сука, стреляет, блядь, пилот, ёпт. Типа, ну, мне сказали, то, что сначала, типа, вышел я из машины понял. И выстрелил. Я дурака поднимаю? Он по своим начал стрелять, за это, блядь, по-моему, банит. Так по нему выстрелили тоже, и он начал стрелять в ответ. Так что, пусть он, блядь, стреляет тебе в очко. Убил. Ну, так уже ещё. Не так повезло. Сейчас бы ты остатил его лицо. Найс тобой. Стараюсь. Райс, willst du gerade fortsetzen mit dem Logi? Ich kann jetzt supply. Минус. Попадание тандемом ему похуй, блядь. Ну, на самом деле тандем должен ваншотать. Нет, по-моему, я вторым не попал. Да ты чё? Охуеть. Я на самом деле вслепую выстрелил. В дым просто выстрел сделал. Справа русский за этими бетонными.